14 февраля в Каспийске стартовал проект «Начни утро с зарядки». Участие в мероприятии приняли более 50 человек, среди них студенты, школьники и даже дети. Инициированный федеральным проектом «Трезвая Россия» совместно с Управлением культуры, молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма города Каспийска. Проект нацелен на популяризацию и пропаганду в молодежной среде здорового образа жизни. Сегодня общегородская зарядка прошла в городском парке. На эту зарядку приглашение было горожан от администрации города, плюс от федерального проекта «Трезвая Россия». Я считаю, это достаточно такая перспективная, интересная инициатива, поэтому детям интересно, ребятам интересно, молодежи это интересно. По возможности будем эту тему поддерживать и продолжать каждое воскресенье по утрам проводить, возможно, в разных локациях города общегородские зарядки. Вообще проект «Начни утро зарядки», он инициатором этого проекта Шамиль Алиев является, координатор федерального проекта «Трезвая Россия» по Республике Дагестан. Эта инициатива была поддержана практически в каждом городе, в каждом районе нашей республики. Каспийск тоже не стал исключением. С целью пропаганды здорового образа жизни, напоминание людям о том, что хорошо по утрам пораньше вставать, делать зарядку, чувствовать себя хорошо, быть крепкими, сильными. По замыслу организаторов, подобные встречи приобретут еженедельный характер. Зарядки будут проходить на разных заранее оглашенных локациях, что позволит привлечь к такому необходимому проекту большее количество каспичан. Данная акция призвана привлечь внимание жителей к занятиям физической культурой и спортом. И здесь мы видим, что каспичане очень активно подключились, поддержали. И также во многих муниципалитетах нашей республики тоже данная акция набирает еще больше обороты. Надеемся, уже с потеплением люди больше и больше вовлекутся и поймут, что здоровый образ жизни – это неотъемлемая часть. И чем больше его будет в нашей жизни, тем больше у нас будет всего, так сказать, хорошего и, к тому же, меньше таких социальных проблем. Эксперты говорят, что 10-15 минут утренней зарядки, ежедневной утренней зарядки, то со временем это может продлить даже их жизнь на 10-15 лет. Поэтому очень важно и нужно нам грамотно, правильно, современно внедрять физическую культуру, так сказать, в наш повседневный образ жизни. А нравится ли вам идея проведения массовых утренних зарядок? И в каких локациях города вы бы хотели, чтобы ее проводили? Пишите нам свои идеи и оставляйте комментарии под этим постом.